Связист ТВ. Узнай новости первым. Только Урал и только победа! Только Урал и только победа! Барабаны, боевой клич. Так по-военному за родные команды болеют трибуны. Финал чемпионата инженерной хоккейной лиги в Кстове. Ледовая арена ФОКа едва вмещает всех гостей. В поединке сошлись команда 12-й отдельной инженерной бригады из Башкортостана и дружина 15-го научно-исследовательского центра инженерных войск из Москвы. Игра с самого начала идет в пользу гостей из столицы. Они уже неоднократно становились победителями лиги. Второй период, счет на табло 2-0. Но суровый уральский характер в конце концов дает о себе знать. В 2-1 у команды из Башкирии следует удаление. Гости из столицы забивают еще шайбу. Игра идет жестко и бескомпромиссно. Кажется, еще миг, и соперники сойдутся в рукопашной. Но вот финальный свисток. 3-1. Команда Карбышев из Московского научно-исследовательского центра побеждает в 5-м сезоне инженерной хоккейной лиги. И вопреки прогнозам, встреча завершается не потасовкой, а крепким дружеским рукопожатием. Нет, ну на поле мы соперники, а в жизни мы друзья. Есть, не первый год играем. Всех уже знаем, поэтому интересно. Конечно же, молодцы. Хотел бы отдельно сказать нашим группам поддержки, что поддерживали нас. Без них было бы очень тяжело. Спасибо им большое. Жаркая была игра? Конечно, жаркая. Финал – это всегда эмоции, страсти. Всероссийский турнир инженерной хоккейной лиги существует уже 4 года. Трижды он проводился в Кстове. В этот раз в нем приняли участие 12 команд. В Кстово приехали спортсмены из Волгоградской, Владимирской областей, Санкт-Петербурга и даже из Хабаровского края. Наши земляки из команды «Вятич» Кстовского учебного центра инженерных войск в этом сезоне на пьедестале почета третьи. В полуфинале они проиграли нынешним чемпионам. Ну, здесь нет поражений, нет побед. Конечно, с точки зрения спортивной, хотелось бы, немножко не повезло. В полуфинале, и мы не вышли в финал. Финал был бы наш однозначно, мы в этом даже не сомневаемся. Главное встретиться с людьми, главное поиграть со своими товарищами, с которым когда-то в 96-м году начинали хоккей инженерный в поселке Елизаветинка Ленинградской области, на улице, на льду. Специальная деятельность, специальная подготовка инженерных войск связана с риском, с мужеством. И именно хоккей воспитывает эти прекрасные качества в мужчине. Это был только 5-й турнир, и будет и 6-й, и 7-й, и 8-й. И это наша традиция, очень хорошая, славная традиция инженерных войск. Помимо матчей в чемпионате инженерной хоккейной лиги, участники команд соревнуются и в личных зачетах. В броске шайбы на дальность или на точность, инженерной эстафете и танцы вратарей. Кстати, лучшим бомбардиром чемпионата был признан кставчанин Илья Пумполов. Евгений Мельников, Андрей Герастов, «Связист ТВ».